То, что вопросы задаются по третьей волне, я еще раз подчеркиваю, действительно, мы их отмечаем характерные признаки начала нового эпидемического подъема. Они характерны, но, с другой стороны, отличающиеся, например, от осенней волны. Темп прироста количества заболевших, вы все, наверное, отмечаете, не такой, как был осенью. Нет такого пока, слава богу, нет лавинообразного. Хотя, конечно, нам не очень нравится последнее метеопрогноз, дожди. Мы будем концентрироваться в местах, и поэтому вместе. Поэтому крайне важен масочный режим, крайне важно социальное дистанцирование вот именно в этот период, потому что, чтобы не стать катализатором каких-либо эпидемических процессов. Но по сравнению с предыдущими волнами, темп прироста пациентов, которые госпитализируются средней и тяжелой степенью в стационары, выше, чем пациентов, остающихся на амбулаторном этапе. Вот это вот для нас является фактором, которым мы говорим о том, что, товарищи, друзья мои, нужно беречь себя и использовать все возможные меры, еще раз повторюсь, социальное дистанцирование, касающееся этой эпидемической ситуации. У нас будет субботник. Субботник, как правило, проходит на воздухе. Наши рекомендации находятся на сайте Министерства здравоохранения. Наши рекомендации определены по всем государственным органам и по всем, даже не государственным органам, по всей стране, скажем, сделан. И я полагаю, что как раз-то наоборот на воздухе с соблюдением социального дистанцирования, значит, с индивидуальными упаковками, то, что касается водного режима, мы не видим здесь в этом отношении какой-либо угрозы.